13.07 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Сегодня у микрофона работает Светлана Занько, а напротив меня Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы от Кировской области. Это его особое мнение, мы будем сегодня слушать. Кирилл Игоревич, добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну что, я планировала и сделаю это. Начать наше с вами обсуждение с инициативы, которую проявил господин Басюк. Это депутат Законодательного собрания Кировской области от «Единой России». Значит, он решил, что необходимы поправки в закон Кировской области, который касается проведения митингов, демонстраций, собраний, шествий и пикетов. Мы даже делали вчера эфир по этому поводу. И вот что говорили участники. Ну, надо сказать, что все СМИ написали об этом. Развернутые материалы были на 7/7. Очень много новостей было, всякие разные отзывы. Блоги написали, коммунисты особенно яростно там выступали. И говорили, что закручиваются гайки и вообще боятся правительства, власти, боятся людей, граждан, которые выходят на вот такие протестные акции. Так вот, какие нам дали пояснения вчера различные эксперты. Но прежде всего мы связались с мэрией, надо сказать. Потому что на этот законопроект, на эти поправки, все муниципалитеты давали свое заключение. Что важно. Мэрия Кирова сказала, что, ну, они дали позитивный отклик и сказали, что мест для проведения публичных мероприятий в городе достаточно, а измененные нормы предельного заполнения никак не ограничат в правах собрания граждан. Вот что нам сказали. Надо просто сразу сказать, что раньше было полметра на человека достаточно, сейчас полтора. И если мы берем наш единственный гайд-парк, который, как нам сказал чиновник, мы так его не называем, но мы-то называем, это сквер Ивана Халтурина, то там раньше он вмещал 6800 человек, а теперь 2266. И этого, сказал нам чиновник, достаточно. У нас больше 1000 никогда нигде не собирались. Что скажете? ЛДПР категорически против внесенного законопроекта. И мы считаем, что любые ограничения возможности людей прийти, пообщаться и высказать свое мнение относительно какой-то проблематики, неважно, это муниципальная, городская или федеральная повестка, они не должны быть ограничены. И уж точно мы сегодня, мы с вами это вначале обсудили, совершенно точно мы сегодня понимаем, что власти пытаются подуть на пока еще теплое, думая, что, может быть, будет горячо. Так вот, предложение к этим депутатам от «Единой России» и муниципальным властям сегодня больше озаботиться, чтобы не было горячо. То есть начать решать те проблемы, которые они должны решать. Вопросы городской инфраструктуры, удобства проживания в городе, в районах области, и тогда потом не будет возможности у людей высказывать свои вот эти вот, скажем, протесты вот в такой форме. Да, надо же сказать, что вот этот самый митинг, на который все ссылаются, самый массовый, и по разным оценкам он был от 1000 до 1500 человек, он не касался политических требований каких-то, не касался свержения там кого бы то ни было и изменения системы, он касался мусорной реформы и тарифа, все. Поэтому пускай они занимаются своими вопросами, а вот в сегодняшнюю повестку входить с какими-то ограничениями, на мой взгляд, ну не то что антиконструктивно, но еще и вызывает провокация, причем совершенно обоснованно волнение людей, что их все дальше и дальше пытаются отдалить от возможности решать проблемы. Сегодня весь мир идет к четвертой промышленной революции. И мы понимаем, что гаджеты, средства связи через какое-то время станут в том числе способом и средством выражения волеизъявления граждан на тех же выборах. То есть что же мы делаем со своим законодательством? То есть с одной стороны мы говорим, давайте там увеличивать количество электронных урн, давайте больше видеофиксации там, с тем, чтобы сделать частоту выборов открытыми. Давайте действительно подумаем о том, чтобы человек мог дистанционно голосовать. И тут же какие-то отдельные товарищи из правящей партии выходят вот с такими анахронизмами, которые, на мой взгляд, ну, абсолютно не актуальны. И самое главное, они просто раздражают людей. Поэтому ЛДПР категорически против. Еще один вопрос, который касается этих поправок, лежит в плоскости общественного обсуждения. Чиновники обсудили между собой. В муниципалитеты были направлены эти поправки. Муниципалитеты дали все, как один, свои положительные заключения. Но, например, в общественную палату не поступал этот законопроект. Хотя
и в положении об общественной палате есть этот принцип предварительного чтения и заключения общественной палаты. В общем, никаких вообще принцип, даже общественной, в партии, я не знаю, поступало? Нет, конечно. В партии не поступало, в общественную палату не поступало. И представители общественной палаты оказались недовольными. Вот сегодня как раз на общественной палате будет обсуждаться этот вопрос. Во-первых, почему не дали на рассмотрение. Во-вторых, что думают по этому поводу, возможно, даже согласуют, но вообще даже, в принципе, не учли никакое общественное мнение. Решили между собой. Единая Россия предложила, чиновники поддержали. Я не думаю, что это в целом предложение Единой России. Я думаю, что это вот позиция господина Басюка и езжа с ним, то есть тех людей, которые не понимают, что меняется мир, меняется страна, и уж точно меняются россияне. То есть мы не можем жить в закрытом пространстве, то есть мы не можем не реагировать на то, что сегодня происходит на улице, происходит на работе, в общественной жизни, там, в государственных историях. Поэтому вот эта басюковщина, она как бы приводит к, во-первых, раздражению людей, а во-вторых, к сомнению, что сегодня депутаты от Единой России занимаются тем, чем надо заниматься, то есть что сегодня актуально для людей. Ну и последний вопрос, все-таки там одним из оснований, которые приводит депутат Басюк, это антитеррористические меры. То есть он видит какую-то террористическую угрозу вот в таком количестве людей, которые могли бы собраться. Во-первых, что вы сами думаете по этому поводу, насколько действительно это уместно и сопоставимо? А с другой стороны, есть примеры тех стран, где действительно происходили теракты, те же европейские страны, тот же Берлин, где был страшный теракт на ярмарке. И никто не отменил не только ярмарку, но и любые другие там, митинги и прочее. Да, создали инфраструктуру, при которой невозможно там, проехать на каком-то автомобиле, внедриться в толпу. Но что говорили власти? Они говорили, что нельзя поселить страх в людях. А здесь, судя по всему, напротив. Я думаю, что наши правоохранительные органы и готовы к этим вызовам, и работают максимально на их профилактику. Поэтому здесь вот тоже я коллегам подскажу, чтобы они задали ему вопрос, а в тех отзывах, о которых вы говорили, есть ли запросы в правоохранительные органы, и что они думают по этому поводу. Если уж господин видит ли угрозу? Да, если господин Басюк сомневается в компетентности наших правоохранительных органов, то это, наверное, вопрос вот как раз к ним, как они отреагируют на его такие сомнения. Но точно не гражданам Кирова и Кировской области, а хотят ли и готовы ли они собираться. То есть, если захотят, это их право. Кирилл Черкасов в программе «Особое мнение». Прервемся на полминуты и продолжим. Программа «Особое мнение» в эфире. Кирилл Черкасов, депутат Государственной думы от Кировской области, высказывает его сегодня, а у микрофона работает Светлана Занько. Игорь Васильев, губернатор Кировской области, недавно был в Италии и предложил местным предпринимателям заняться переработкой мусора в нашем регионе. Судя по всему, и это в пресс-релизе указано правительство, итальянцам область готова доверить эту деятельность, потому что именно эта страна является одним из лидеров по переработке отходов в Евросоюзе. Ну, уже можно, мне кажется, порадоваться. Уже хотя бы какие-то пошли предложения конкретным людям, там конкретные люди сидели, поднять переработку мусора в нашем регионе. Как вы думаете? Я думаю, что наша позиция остается прежней. Стратегии реформы обращения с ТКО нету. Ее как не было, так и нету. Власть, к сожалению, кидается с одной стороны в другую. Мы неоднократно говорили о том, что для начала неплохо было бы понять, а сколько мусора вообще и какого производится и где. А дальше сделать просто технологическую карту региона и соседних регионов с тем, чтобы понять, какая концепция для нас наиболее жизнеспособна. После этого можно было бы ее оценить в финансовой составляющей. И тогда уже определиться, кто нам нужен для того, чтобы выполнить и перейти к правильному обращению с ТКО. Но ничего этого не сделано. То есть это метание, причем метание, которое, на мой взгляд, еще раз показывают, что сегодня не чиновников в исполнительной власти, ни какого-то конструктивного диалога с экспертами, специалистами в этой области не ведется. То есть да, выиграла компания, которая, может быть, имела какие-то компетенции.
Но сегодня, вот, проезжая районы области, встречаясь с людьми в муниципалитетами, что мы видим? Кикнул, Орлов. Были свалки, которые там ранее были подготовлены документально. Туда сейчас начинают свозить мусор с 5-6 близлежащих районов. То есть никакой сортировки мусора, ни каких-то четких установок, кто и как будет за это платить. Где будут контейнерные площадки установлены, удобно людям, неудобно людям. Как будет развиваться эта вся история в области, этого ничего нет. Ну как это нет? Программа же прописана. Программа прописана только в одном. Прописано то, что люди должны платить каждый месяц. И сегодня мы все платежки получаем. Каждая семья, каждый человек. Кто-то за квадратный метр, кто-то с человека. А вот дальше движение этих средств абсолютно покрыто тайной. Вы сейчас про деньги. Потому что все-таки количество контейнерных площадок, количество полигонов, когда какие закрываются, какие должны построены, в программе есть. Ну, еще раз говорю, они есть и прописаны. В Орлове свалка и в Кикнуре свалка. Жители одного и второго района абсолютно не хотят, чтобы у них эта свалка была. Конечно. И они вчера на встрече мне задают вопрос, а почему к нам свозят этот мусор, а мы за это еще и платим? То есть там муниципальное предприятие, владелец свалки, и сегодня оно деньги от Куприта не получает. Почему бы нам на этом не зарабатывать, думают люди, раз уж нам везут. Вы знаете, там даже вопрос больше в другой плоскости стоит. А почему нам не показали, когда появится или какая-то сортировка, или появятся какие-то программы, где мы увидим, что будет с этим мусором и с этой свалкой через 2-3-4 года. Она же быстро наполнится. И эта история, она ударит по всем таким свалкам, которые есть на территории. То есть сегодня никто не говорит, а кто же будет заниматься финансированием утилизации этих свалок. Никто не говорит, а кто будет сегодня отслеживать наполняемость и когда у нас появятся вот эти вот системы ГЛОНАССа, которые в программе есть. Потому что только сейчас ведутся разговоры о том, чтобы протянуть туда оптиковолокно, протянуть туда электричество. Светлана, ну вы можете представить, то есть свалка работает, она работает на прием с 5 районов, а на ней нет электричества. То есть о каком вообще контроле и о каком технологическом процессе может идти речь, когда она даже не подключена элементарно по электричеству. То есть это профанация, которая отправляется сюда, в центр, в Киров, для того, чтобы Киров подготовил отчет для Москвы. И в результате, ну я вас уверяю, это происходит в 80% российских регионов. Сегодня вот Подмосковье и Татарстан нам говорят, что там строятся самые современные заводы. Да, у них специальная программа действует на эти два региона. Да, но мы же общаемся с коллегами в этих регионах, встречаемся со специалистами, и они говорят, что до сих пор нет проектов утвержденных. То есть до сих пор нет понимания, какое технологическое решение в каком случае будет применяться и кто будет поставщиком оборудования. Ну вот теперь понятно, почему наши власти кировские говорят о том, что ничего не готово. Потому что уж если в пилотной программе в Подмосковье и в Татарстане, в передовых регионах нет понимания, нет утвержденных логики технологических процессов, то уж, конечно, что тут браться в Кировской области. Так ведь, наверное, мысли. Ну, конечно, и нам бы хотелось даже просто услышать от с руководства области вот та самая рабочая группа, о которой неоднократно заявлялась, то есть когда она вообще последний раз собиралась. Она один раз собиралась. Вы так, имеете в виду общественное? Ну, конечно, то есть привлечение мы экспертов и общественников. Один раз она собиралась, и после встречи с губернатором, который предложил вывести ее за рамки работы с Купритом и даже муниципалитетом на региональный уровень, больше ничего не происходило. Так в этом-то и проблема, что мы, услышав это от губернатора, достаточно позитивно отнеслись, потому что как раз те предложения, которые я на него писал, коллеги мои писали, они говорили о том, что давайте, если эта проблема и вопрос касается всех жителей области, давайте его публично обсудим. Mm-hmm. Ведь в том же законе четко написано, что только после публичного обсуждения и проведения слушаний, но слушания не так, как они были проведены в Слободском районе, и мы понимаем с вами где, в Осинцев, а в нормальном, классическом варианте, когда действительно жители придут и скажут, хотят они этого или не хотят. А здесь мы говорим о второй составляющей. Мы неужели опять отдадим на откуп кому-то и поверим, что там какие-то специалисты из Куприта или из Кировского Минприроды смогут что-то сделать хорошо? У меня большие сомнения в этом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы
и депутаты, и представители общественной палаты, и общественники, которые занимаются экологией, они могли участвовать на уровне обсуждения, что в этом плохого. Это же лучше даже будет для руководства области. То есть они получат объективную оценку того, что готовится. Вы знаете, Кирилл Игоревич, у меня такое ощущение, что у нас единственный процесс настроен, когда есть активное донесение информации до каждого гражданина и сбор обратной связи, это выборы. Вот на выборах у нас достаточное количество агитаторов, там, учетчиков разного рода, в каждую квартиру постучат не один человек, опросят, предложат и прочее. И как-то так удается организовать этот процесс, что за несколько месяцев вся страна практически им объявлена. А вот мусорную реформу готовили ведь не год, и не два, и не три, а гораздо дольше. И каждый раз такое ощущение, что вот только сегодня все об этом узнали. Светлана, ну, по роду своей служебной деятельности мне как раз приходится быть во всех этих комиссиях, связанных с реформированием, и участвовать во всех комитетах, когда мы заслушиваем Министерство природы Российской Федерации, которое сегодня является уполномоченным органом. Я вам хочу сказать, что за последние 8 месяцев стратегия поменялась полностью. То есть вот то, что нам предлагали год назад, и то, что нам предлагают сейчас, она изменена полностью. С чего на что? Что принципиально изменилось? То есть изначально хотели делать туроператоров и оставлять область один на один. На встрече, когда я встречался с Владимиром Вольфовичем Жириновским, мы вместе были на встрече с Кобылкиным и с Гордеевым, вице-премьером, курирующим и министром. То есть я им доложил, что это неправильная позиция. Позиция фракции ЛДПР была такова, что надо учитывать общую ситуацию в стране, точки накопления и образования отходов. А дальше делать модель для всей страны. То есть должен быть федеральный орган, который бы это сделал. Тогда министры это отвергли. То есть ровно 3 месяца назад по новый вопрос, постановление правительства, и теперь создан федеральный оператор, который... Как думают люди, будет просто присваивать деньги и на свое усмотрение их перераспределять. Вот. А еще у него есть одна очень интересная строчка в постановлении, что у него в полномочиях пересматривать инвестиционные программы и в том числе рекомендовать отзывать региональных операторов уже выигранно. А мы понимаем, что это же запущенный серьезный инвестпроект. Кто-то взял под это деньги. Конечно. Мы не говорим про наш Куприт, но в других регионах уже идут инвестиции. Но говорили о горизонте планирования 10 лет. 10 лет, да. И, соответственно, определенного там, уровня бизнесмена, они уже сделали бизнес-планы, они начинают вкладывать, там, регион начинает помогать в каком-то области. Сейчас приходят какие-то товарищи, и надо договариваться, этим людям будет по-новому. То есть это изменение правил игры. Это худшее, что может быть, когда реформа запущена. При этом параллельно мы не забываем, что деньги-то собирают с первого дня, и деньги собирают с каждого гражданина. Вот в чем... Еще и не по разу собирают. То есть, ну, каждый месяц? Ну, каждый месяц квартиры, сейчас дачный сезон сдачи. Да, и как раз это вот два вопроса, которые ЛДПР подняла, и я считаю, что это наша заслуга, мы заставили обратить на это внимание, что мы им говорим, во-первых, есть большая разница, домовладение с газом и без газа. Образование отходов, ну, категорически отличается, потому что там, где нет газа, практически все идет в топочку. И второй вопрос – наши климатические особенности. Когда летом люди уезжают на дачу, а зимой они живут в городе. А как вы платежку будете присылать? То есть, если вы ее летом присылаете, а людей просто нет в городе. То есть, пенсионеры, пожилые люди, да многие просто люди уезжают за город. А почему вы с них тогда собираете здесь? И вот этот вопрос, он сегодня до конца не урегулирован. И размеры определения тарифов, сегодня мы видим заявление Артемьева, которое прозвучало спустя 15 лет после реформы в ЖКХ, что оказывается все 15 лет с нас собирали в 2 раза больше. То есть это говорит глава федерального антимонопольного ведомства, да, который, извините, имеет цифры, анализы. Наверное, это заявление сделано на основании. Тогда у нас вопрос к нашим чиновникам за то, что мы постоянно ратовали. А давайте-ка посмотрим обоснованность тех тарифов, которые сегодня люди вынуждены платить. Мы с вами еще не будем вспоминать про двойные платежки. Помните, как нам доказывали, что это правильно? Еще год назад. Сейчас уже изменяется постановление правительства, и Конституционный суд меняет решение верхнего с нашего суда, Верховного. И говорит, что неправомерно с людей 2 раза брать.
мы можем поднять стенограммы выступлений чиновников, которые нам говорили, что нет, это вот только так. То есть со временем, я думаю, что мы услышим слова о том, что человек должен платить не по каким-то там расчетам, которые кто-то сделал когда-то, а потому, сколько он образовал отходов. И это должно, естественно, стимулироваться и раздельным сбором, и как человек относится, и куда он отвозит там бумагу, пластик и другие составляющие, а не единым скопом, как это идет сейчас. Поэтому вопросов к реформе очень много. Мы максимально стараемся держать не только руку на пульсе, но и дискутировать с ее ответственными за ее проведение министерством. И я надеюсь, что очень многие вещи нам удастся там сделать. И, конечно, хотелось бы, чтобы уж в одном регионе, как минимум, этот процесс не уходил из-под контроля. Потому в общем, при таких обстоятельствах понятно, что никакие итальянцы к нам не приедут заводы строить. Думаю, что нет. Так, Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы от Кировской области, у нас в студии. И перед тем, как мы уйдем на перерыв, наверное, начнем обсуждать все-таки этот вопрос. К вам в первую очередь этот вопрос, потому что вы человек, который живет и работает уже долгое время в Москве, но занимается регионами и видит все, что в Кировской области происходит уже далеко не первый год, и в муниципалитете, в нашем городе, я имею в виду, в Кирове. Так вот, начнем с того, что в Кировской городской администрации новый глава управления дорожной и парковой инфраструктуры. Евгений Лунев, вот только-только он вступил в должность, у нас тут снегопад, нарастающие дороги и убранные улицы, обрушился. Это третий по счету за очень короткий срок, ну чуть больше года, человек, который на эту должность вступает. И третий человек, который не из Кировской области, он приезжий, он пришел к нам из крупной федеральной компании «Российские автомобильные дороги», это холдинг «Автодор», это серьезно. И пришел на зарплату около 50 тысяч, даже, по-моему, где-то там чуть-чуть поменьше. И у обывателя, уж простите его за любопытство, и наше тоже, вопрос всегда такой. Что мотивирует людей из центра, из Москвы, из крупной федеральной компании к приходу в такой регион, вот на такую зарплату, с такой серьезной социальной ответственностью и экономической ответственностью? Что их мотивирует? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как долго задержится здесь господин Лунев? Ну, просто потому, что предыдущие больше года не задерживались. Прервемся сейчас на полторы минуты и обсудим это. Да, продолжается программа «Особое мнение». Светлана Занько, микрофон. И Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы от Кировской области, высказывает свое особое мнение сегодня здесь для нас. И до перерыва я презентовала, не знаю, знаете вы Евгения Лунева, Кирилл Ильич? Читал. Ну, читаю, да. Это новый, напоминаю, это новый человек в муниципалитете нашем. Он возглавил управление дорожной и парковой инфраструктуре. И вопрос был следующий. Что заставляет, что мотивирует людей, которые приходят из разных сфер? Кто-то из бизнеса, кто-то там из чиновничьей сферы. Евгений Лунев пришел из холдинга «Автодор». Серьезный очень холдинг с большими федеральными заказами. Пришел в муниципалитет города Кирова на зарплату меньше 50 тысяч рублей с серьезной очень социальной ответственностью экономической. Что вот мотивирует таких людей приходить в такие муниципалитеты? Маленький экскурс в историю. Если вы помните, осенью мы с вами обсуждали вопрос, что в городской администрации была создана должность, которая называлась специалист по привлечению инвестиций. Да. То есть много было сломано копиев, но мы смогли записать, благодаря нашим депутатам от фракции ЛДПР в городской думе, строчечку, по которой мы предложили данному специалисту, которого, естественно, большинство проголосовало, предоставить нам дорожную карту с показателями, как он видит привлечение этих инвестиций конкретно в муниципальный округ Киров. Программа эта так и не была представлена. Естественно, и поэтому он вынужден был уйти. Потому что каждый его приход и каждый приход главы на заседание Гордумы, он начинался у нас с вопроса, где? А где программа? Угу. Поэтому вот дальше, отвечая на ваш вопрос, мы завтра вот будет заседание, будет отчет главы и будет заседание городской думы. То есть мы попросим, чтобы господин Лунев представил нам дорожную карту с программой на 2019-2020 год, что и когда он планирует сделать. А господину Шульгину мы зададим вопрос, когда вот эта вот кадровая чехарда закончится, и мы будем видеть, что работает команда, которая действительно понимает проблематику города
и понимает, что сегодня в городе происходит. Потому что я вот с коллегами сейчас поедем в Урванцево и посмотрим этот микрорайон. То есть чистые пруды, его проблематика, она неоднократно нами поднималась, и там что-то делается, там хотя бы примерно уже очертания видны, когда и что будет сделано. В Урванцево этого нет, то есть один въезд, один выезд. Построена школа, построен детский садик, дорог нету, подъезда нет, парковки для родителей, которые привозят детей, нету. Инфраструктура абсолютно не отстроена, то есть не благоустроена, люди живут кое-как. И вопрос к городским чиновникам, то есть, а вы собираетесь заниматься благоустройством города в полном его смысле? Или вы считаете, что там вы вывезли несколько сугробов из центра, и эта вся работа на этом закончилась? Поэтому я думаю, что он пришел также ненадолго, к сожалению. И точно сейчас мы уже, конечно, потребуем, чтобы тот отчет, который будет завтра предоставлять глава, он был не, скажем, политический, а он был действительно хозяйственный. То есть, сколько денег получено, сколько денег потрачено и какие проекты сегодня реализуются для того, чтобы город был комфортный для своих жителей. Кирилл Игоревич, все-таки вопрос был такой. Я согласна насчет чехарды. Конечно, хочется уже видеть долго играющую спаянную команду, потому что каждый раз какое-то обновление. Но тем не менее, что заставляет человека из федеральной компании приходить на небольшую по любым меркам зарплату в муниципалитет? Непонимание и незнание ситуации, места, куда он приходит. То есть, вопрос очень простой. Зарплата была 100 тысяч, стала 50. Светлана, была 150, нету, стала 50. Нету понимания. Что за мотив? Ну что значит нету понимания? Что за мотив? Взрослый мужчина теряет в доходе в 2-3 раза. Я не считала деньги, конечно, у него в автодоре. Но тем не менее, по последним федеральным отчетам в ПФО кировские чиновники самые бедные. Даже в федеральном округе нашем, не самым богатым, самые бедные чиновники. Человек, который живет где угодно, берет вот эти данные и видит, что кировские чиновники самые бедные. Так вот, какой мотив? Это патриотизм какой-то может быть, это вызов какой-то может быть. Человек хочет реализовать там какую-то, не знаю, действительно важную социальную программу. Он хочет дальше двигаться, что тоже абсолютно уважаемо, по карьерной лестнице вот в этой парадигме. Вы видите всех этих людей? Вы сами тоже, собственно говоря, работаете в этом. Что за мотив должен быть у человека? Ну, вы сейчас чуть-чуть разделяете понятия. То есть есть, что является мотивом, а в данном случае, что являлось мотивом для принятия решения. То есть, я думаю, Но мы не знаем, мы спросим у Лунева, что являлось мотивом, когда он появится здесь. А вы так как считаете? Вы со стороны эту ситуацию видите не впервые. Я считаю, что это полная дискредитация вообще подбора и расстановки кадров. Потому что в любом случае должен быть конкурс. И в этом конкурсе должны принимать участие все желающие. А проводить его должны действительно эксперты и специалисты, которые работают в этой сфере. И самое главное, они должны быть из города Кирова. То есть здесь еще проблематика в том, что у нас вот эта вот среднесрочная программа развития города, ее как таковой нету. Но сейчас пишется генплан. Но об этом уже говорится там на протяжении 3 лет. Но мы понимаем, что не может приходящий человек, тем более из другого региона, не вникнув в проблемы городские, что-то сделать хорошее на дистанции даже год-полтора. Мы считаем, что должно быть по-другому. Были местные. Последние 10 лет были местные. И что? Отсутствие программы публичной, прошедшей через общественное слушание, прошедшей через экспертное обсуждение, как раз и позволяет им приходить, точечно решать какие-то задачи, и потом плавно уезжать, мы даже не успеваем проследить за эти перемещения. А если бы была вот такая публично озвученная то программа... То намеренно ведь на это идут? Ведь нельзя не понимать, что ты, если действуешь в период там, очень короткий, латаешь какие-то дыры, то ничего не свершится, никакого развития не будет. Я не думаю, что речь идет о латании каких-то дыр. Есть, наверное, какие-то неоправданные ожидания. Вот, мне кажется, в этой плоскости вопрос. А когда здравый человек приходит, разбирается в вопросе, он понимает, что эти ожидания не наступят, или для того, чтобы до этих ожиданий добраться, надо кое-что нарушить, ну, естественно, здравый человек собирает вещи и уезжает. Вот, у меня по этому поводу последний вопрос, и закроем одной минутой все-таки.
Постоянно депутаты городской думы вменяют и этому руководителю городской администрации, и прошлому руководителю городской администрации низкий уровень квалификации кадров, постоянная тоже вот эта чехарда, либо нежелание работать, саботаж, там, нестремление принимать решения и прочее. И вот вы завтра тоже собираетесь задать вопрос, когда же вы эффективную команду сформируете? Помогите им. Чего же вы не помогаете, депутат? Знаете, во всех выборных кампаниях и во всех встречах я им задаю один и тот же вопрос. Когда вы идете на должность в исполнительной власти, вас что, уговаривают, заставляют, или это какая-то необходимость? Вы же сами принимаете для себя решение и сами занимаете эту должность. Как только вы ее заняли, начинаете разбираться, вдруг у вас возникают вопросы. Не хватает денег, нет программы, нет специалистов. А вы когда шли, вы что, не знали, что эти вопросы возникнут? Вы что, не понимали, чем вам предстоит заниматься? Слушай, ну что мы все время говорим? Вот мы сколько угодно можем ссылаться на прошлое. По мусорной реформе тоже все время подмывает сказать. Вы что, не знали 10 лет назад, когда затевали? Вы что, не могли это сделать? Вот мы имеем, что имеем. Завтра будет претензия в сторону Шульгина. Соберитесь, вот тут уже Журавлева депутат очень часто, сколько я его помню, всегда об этом говорит. Очень многие говорят, что кадровая проблема, и, в общем, человеческий вопрос решает все. Я не могу с этим не согласиться. Может, перестанем пенять? Сядете и скажете, вот смотри, у нас такой кадровый вот резерв, мы тебе предлагаем, но никто не предлагает, Кирилл Игоревич, ни разу. Светлана, мы неоднократно предлагали и готовы были взять на себя ответственность. Мы встречались с коллегами и с Коммунистической партии, и со Справедливой России, и с Общественной палатой. И мы говорили, что давайте в рамках рабочих групп закрепим ответственных, и чтобы эти ответственные были из другой партии. Или комитет, который возглавляет представитель другой партии, что на уровне законодательного собрания, что... Нет, городской... это мы сейчас с вами проговорим про депутатов. А про чиновников? А про исполнительную власть нас никто не зовет. То есть наших представителей никто не берет. Вы посмотрите, что происходит сегодня в Хабаровском крае и во Владимирской области. То есть спустили всех собак, которые только можно будет, на тех депутатов, которых и тех губернаторов, которых избрал народ. Они набрали по 70% почти. И здесь, в городе, точно такая же ситуация. То есть ты приехал в город, ты хочешь им управлять, эффективно управлять, так ты покажи, что ты знаешь об этом или что ты понимаешь в этом. Но если ты кулуарно говоришь, что у тебя нет денег и город бедный, ну напиши заявление по-честному, уезжай ты с этого города. Так, последний у нас вопрос остался, остается 3 минуты буквально, и поэтому вот большие вопросы, которые я еще хотела с вами обсудить, освоим в следующий раз, они такие, которые можно будет отложить. Но вот история с памятником, который предлагают установить активисты в Кирове, это еще один памятник. На данный момент это сейчас такая идея поставить памятник в память гибели 3-летней девочки, которую мать оставила дома одну на несколько дней, и та умерла. Памятник невинно убиенным детям. Уже даже есть эскиз этого памятника. Девушка и юноша стоят спинами друг к другу, а между ними ангел, который символизирует невинно убиенного ребенка. Ваша реакция на это предложение? Наша реакция такая, что, безусловно, мы должны помнить о том, что произошло. Но мы должны все же вернуться к основной проблеме, которая сегодня стоит. А это проблема школьного питания, проблема питания в школах и ситуация в дошкольных учреждениях и в школьных. То есть позиция неоднократно нами озвучивалась, и мы считаем, что вот те попытки заставить кормить детей привезенными продуктами с основной, с какой-то там, какая бы она ни была, самая совершенная база или завода, это исключительно попытка дать возможность заработать каким-то чиновникам и коммерческим структурам. И наша позиция такова, что сегодня лучше, чем родители, питание не проконтролирует никто. Поэтому питание должно готовиться в школах, как оно готовилось раньше, и в детских садах, нашими нянечками, нашими поварами. А контролировать его должны представители совета родителей, которые непосредственно вводят своих детей в эту школу или в этот детский садик. Потому что лучше мамы проконтролировать, что ее ребенок кушает, из каких продуктов и по какой цене, никто не может. Потому что та же мама платит за это. А это все без исключения дети в Кирове, в детских садиках и в школах.
Поэтому, конечно, надо вспоминать о тех случаях, о которых вы сказали. Они сегодня, к сожалению, единичные, выходят в паблику. То есть понятно, что это случается чаще. И мы должны на это обратить, безусловно, внимание. Но я считаю, что надо решить вопрос с наличием мест в детских садах. И все же разобраться в этой ситуации, почему у нас мамы вынуждены возить детей с одного конца города на другой. И навести в этом порядок. То есть здесь прямой вопрос к чиновникам, городским властям и областным, когда вы разберетесь и решите эту проблему. И вторая проблема. Дети, которые ходят в школы и в садики, должны питаться полноценно, вкусно и незадорого. Вот пускай чиновники исполнят эту историю публично под контролем родителей. Понятно, что там должен контролировать зауч, директор школы, но их задача учить, их задача заниматься воспитательным процессом. А лучше наших мам никто не проконтролирует. И вот встречаясь с мамами, которые там озабочены тем, что им приходится возить детей из одного конца в город в другой, я просто для себя вижу, что это мама, которая добьется в том числе и качественного питания, и обеспечением учебниками, и решением, как почищена дорога к школе, есть ли она вообще, не надо ли там по колено по воде туда пробираться, как сейчас вот будет в целом ряде кировских школ. И что у нас сегодня с ремонтами в этих школах, что у нас с санузлами, что у нас в конце концов с охраной и с наличием медицинских специалистов этого уровня. Да, это хорошая история. Я бы организовала тут за этим столом дискуссию с вами. Но, к сожалению, Министерство образования и соцподдержки очень редко ходит в последнее время в эфире, практически никогда. Хотя хотелось бы тут подискутировать на некоторые вещи или просто, может быть, даже посовещаться, посоветоваться. Вот. Ну, глядишь, в каком-то обозримом будущем это состоится. Ну, вы, Кирилл Игоревич, как настоящий политик, сумели перейти с одного вопроса на другой. И вопрос про памятника остался неотвеченным. Все-таки за или против установки такого памятника в Кирове? Я думаю, что это надо решать не кулуарно, а публично. Пусть решает общественность. Конечно. Пусть решает общественность. У нас же, в конце концов, демократия, правда? Да. Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы от Кировской области. Это его особое мнение. Мы слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня.